Да? Поехали. Лагерь точно не заметит, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить дать. Мы на месте. Вот это махина. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Милитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Ого, вот это скорость. Топаем по лестнице. Вам посветить? О, круто! Спасибо, парни. Я всегда любила поезда. И станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... свободу. Будто можешь начать 1000 путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Кэрол! Что нам надо найти? Поможешь их найти? Само собой. Какой-то древний пульт управления. Давай сперва найдем карты. Тут ничего. Чего? Так.
Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту! Что дальше? Вставьте ее в Ригу! Ну чего там, Ви, вставляй уже карту. Ну, попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А что такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало. В общем, Ви, я... Прости, пожалуйста. Я... Но мне не хотелось бы облажаться. Ну, начало положено. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Когда я... Но... А ты сейчас не чувствуешь никаких импульсов? А я-то надеялся. Чувствую, но боюсь... В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Просто выдохни и расслабься. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышла против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей. Куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за... Я попробую немного поспать. Давай. Как-то вдруг прохладно стало. Неправда. Но это мило. Может... Тоже немного поспишь. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю. Ты в этом
Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэнь.
Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают, и сменили коды. Ха, как раз вовремя, на мой вкус. Хочешь, я с ней поговорю. Нет, спасибо. Хочу сама разобраться. Блять, по нам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Милитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль! Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стилеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие. Ты сама в шоке? Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи.
Задание Яблонски выполнено. Стивенсон уже в лучшем мире. Ага. И что ты о нем думаешь? Профессионалам некогда думать. Они работают. Хорошо сказано, Ви. Деньги я тебе перевела. Пепел и сажа. Все, что от нас остается. Эй, Ви, иди сюда! Пусть развеет их ветер. Подойди чуть поближе. Привет, Мич. Ты как, ничего? Да, ничего, держусь просто. Столько погибло. Вот. Да. Да как об... Вот. С чем? Надо кое-что довести до конца. Последнее прощание. А я, понимаешь, них. Ладно, я помогу. Ну так пойдем. И как насчет порулить? Ну, нормально. Тогда давай прокатимся. Давай. Смотри, а куда? Вот вы городские. Все-то вам надо точно знать сразу. А лучше вообще вчера. Терпение, Ви. У Альдекальда вещи умерших переходят семье. Раньше это была тачка Скорпиона. Теперь моя вот стала. А рядом моя старая ласточка. Классные тачки. Что та, что другая. Это да. За городом машина – это жизнь. Я поеду на тачке Скорпиона, а ты на второй. Ладно, поехали. Погнали, короче. Следуй за мной. Мич, слышишь меня? Слышу. Хватит трепаться, на дорогу смотри. Эй, ты куда едешь-то, а? Давай-ка за мной.
Посадим его за штурвал, обольем машину горючим, а потом подожжем и запустим с обрыва. Ну, раз уж Скорпион этого хотел. Хотел. 100 раз про это говорил. Будь другом, канистру передай. Держи. Классно. Теперь клади ее на пассажирское место. А, я гляжу, водитель уже за рулем. Нечего время тянуть. Его уж скоро раздует, как воздушный шар. Ну что, начнем шумные похороны? Ну, давай. Хорошо. Я уже заткнул канистру тряпкой. Подожги ее, а я заведу машину. Горит! Быстрее, пока не ёбнуло! Хорошей тебе дороги, друг. Ушел с грохотом, как и хотел. Пепел и сажа. Все, что от нас останется. Ну что? По пиву? Давай. На таких похоронах грех не выпить. Ну, тогда пойдем. Холодненько. Ничего нет лучше. Это да. Слушай, Митч, почему ты выбрал... Ну, ты на... Я серьезно. Что это? Не знаю, но Скорпион всегда... Знаешь? Понимаю. Как? Хороший ты мужик.